Всем привет! Сегодня мы сравним модели, которые имеют функционал офисных устройств. Epson WorkForce 3720 – аппарат, который справится с большим объемом печати. И HP SmartTank 530 – предназначен для небольших офисов или дома. Функционал у Epson 4 в одном – печатает, сканирует, копирует и факс. HP не обладает из вышеперечисленного только факсом. Вы часто пользуетесь им? Лично мы – нет. Они с четырехцветной палитрой ЦМИК. У HP встроенная СНПЧ с замками для чернил. Оригинал Amnet уже разработала ключи для таких систем, чтобы вы могли экономить на каждом отпечатке. С фронтальной стороны вы видите доноры системы. Черный цвет находится отдельно и имеет больший объем, чем цветные. На Epson 3720 вы сможете поставить BSNPC или приобрести MFUS уже установленной системой на вашем печатающем устройстве, что дает вам возможность экономить на чернилах. Габариты у них такие. HP будет меньше Epson и в весе, и в размерах. Рабочее место для Epson еще нужно будет подбирать. Есть все современные виды подключения – USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, и у Epson дополнительно есть Ethernet, а также NFC, с помощью которого вы сможете также печатать через телефон, приложив его к принтеру. Управлять устройствами можно с помощью сенсорных ЖК-дисплеев. У HP черно-белый экран с размером 2,2 дюйма. 3720 цветной – 2,7 дюйма, правда, будет общаться с вами только на английском. У HP не очень удобный сенсор, и из-за маленького экрана часто нажимаются не те функции, которые нужно. У 530-го лоток загрузки находится сверху, вместимость 100 листов. Epson с нижней подачей вмещает в себя 250 листов офисной бумаги. Рекомендуемая максимальная плотность для надежной работы роликов у обоих устройств – 180 граммов на квадратный метр. Однако для HP 530 мы пробовали и другие, более плотные форматы, например, лаваш. Если интересно, то смотрите по подсказке. Максимальный формат печати – А4. Автоматическая двусторонняя печать есть только у Epson. HP нужно переворачивать лист вручную. Скорость печати текста за 1 минуту – 11 монохромных или 5 цветных страниц в минуту. Epson печатает 20 черно-белых и 10 цветных листов за то же время. В скорости HP определенно уступает Epson, а вот что по качеству? Сейчас узнаем. Разрешение печати фотографии у HP 4800 на 1200 точек на дюйм, Epson 4800 на 2400 точек на дюйм. Оба печатают без полей в любом доступном формате. Незначительные различия в характеристиках печати, но при этом оба показали отличный результат. Куда же без сканера? Epson имеет в арсенале разрешение 1200 на 2400. Оптическое разрешение сканера HP – 1200 на 1200 точек на дюйм. Разрешения копира тоже отличаются. У HP – 600 на 600 dpi, а у Epson – 1200 на 1200. Гарантия составляет 12 месяцев. Оба устройства достойны стоять в офисе и кардинально отличаются своим дизайном и скоростью печати текста. Дизайн HP выглядит свежим и необычным, а у Epson – классический и современный. В скорости HP, конечно, проигрывает. Ему не хватает ровно половины, чтобы дойти до тех характеристик, которыми обладает Epson. А вот в качестве печати все плюс-минус одинаково. Эти аппараты подойдут для офиса, но с разной нагрузкой. Epson будет справляться с большим потоком печати, а вот HP не выдержит такой нагрузки, он пригодится в небольшой офис или для домашней печати. Цена будет различаться на 25%, ну и, соответственно, Epson дороже из-за своих возможностей. Надеемся, это видео было вам полезным. Используйте расходные материалы оригинала Amnet и экономьте на каждом отпечатке. Всем пока! We'll be right back.